Горох. Горох – это травянистое растение семейства бобовых. Это вьющееся и стелющееся растение с тонкими усиками, бело-розовыми цветками и зелеными стручкообразными плодами со съедобными семенами. Сортов гороха известно немало – посевной, лущильный, сахарный, мозговой. Самая известная и распространенная культура – горох посевной. Он культивируется с древних времен. Существует мнение, что окаменевшие семена находились среди развалин, датированных бронзовым веком, а самые первые упоминания зафиксированы в Индии. Горох – ценная бобовая культура, является богатейшим источником белка, содержащего незаменимые аминокислоты. Благодаря своему химическому составу вполне может быть использован как полноценная замена мясу, что очень важно для вегетарианцев. Отлично переваривается и усваивается, при этом является питательным продуктом с довольно высокой калорийностью – 314 килокалорий. В горохе много крахмала, растительных масел, клетчатки, содержатся полезные ферменты, пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, множество витаминов и минералов, в том числе и довольно редких – витамин Е, А, ПП и В. Фолиевая кислота, витамин H, который еще называется витамином красоты. Богатый минеральный состав, кальций, олово, хлор, сера, магний, натрий, селен, фосфор, хром, фтор, бор, стронций, титан, никель и кобальт, а также другие. В некоторых сортах содержатся натуральные сахара, в том числе фруктоза, которая стимулирует мозговую деятельность, улучшает память и является профилактическим средством от спазмов сосудов головного мозга. Регулярное употребление гороха способствует хорошей работе пищеварительного тракта, снижает кислотность организма, помогает от изжоги. В нем содержится много антиоксидантов, которые защищают от вредного влияния свободных радикалов и замедляют процессы старения. Использование гороха в пище снижает риск возникновения онкологических заболеваний, способствует заживлению ран, обладает регенерирующим действием. Горох позволяет длительное время обходиться без белковых продуктов животного происхождения, без ущерба для организма. В кулинарии из гороха готовят супы и каши, делают лапшу и вареники, а также кушают свежим в качестве полезной витаминной добавки к рациону. Консервированный зеленый горошек – отличная холодная закуска и прекрасное дополнение к различным блюдам.